Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы хотим уделить внимание 17 мая 2020 года. И обращаю ваше внимание, что в этот день, 17 мая, вы можете привлечь в свою жизнь изобилие. Давайте мы вместе разберемся, что же такого интересного и важного в дате 17 мая 2020 года. А дело все в том, что эта дата трансформируется в число 8. И если мы решим с вами сложить все числа, то 17, 1 плюс 7 плюс 5 плюс 2 плюс 2, то у нас получится цифра 17, а мы знаем, что нам нужно сложить от 1 до 9. Таким образом, 17, 1 плюс 7, получается у нас цифра 8. И вот это число 8, символизирует собой бесконечность. И поэтому в этот день, 17 мая 2020 года, посылы Вселенной имеют наибольшую силу. И мы 17 мая вместе будем просить у Вселенной благополучия как для себя, так и родных людей. И поэтому, пожалуйста, в обязательном порядке 17 мая проведите этот маленький и небольшой ритуал. Итак, как мы будем с вами проводить этот ритуал 17 мая? Наступает темное время суток 17 мая. В это время вам нужно подойти к открытому окну. Желательно, чтобы в это время были видны и луна, и звезды. После этого сложите ладони вместе, подобно чаше, и поднесите сложенные ладони к губам и проговорите следующие слова. «Материальными благами наполняю свое прошение. Пусть услышит меня Вселенная, принесет мне изобилие». Далее сделайте движение, как будто выливаете содержимое в сложенных ладонях себе на лицо. Знаете, вот как делают мусульмане во время молитвы. Поэтому обязательно сделайте, и после этого вы можете приступать к своим делам, которые вы делаете в вечернее время суток. И мы, друзья, вам всем желаем, чтобы богатство, изобилие, успех, удача всегда были рядом с вами. Вот такой вот, друзья, ритуал вы можете провести 17 мая и привлечь изобилие в свою жизнь. Друзья, напоминаем, что слова мы напишем в описании к этому видео, и обязательно проведите этот ритуал. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале. Обращаю ваше внимание, что у нас на канале выходит каждый день новые и интересные видео, поэтому заходите на наш канал почаще, смотрите. И не пропускайте новые видео. Мы с вами, друзья, прощаемся. Желаем вам финансового благополучия, изобилия, богатства и всего самого-самого наилучшего. Целуем вас, обнимаем и встретимся уже в следующем видео. Пока-пока!